Настя, а кто это с тобой? Деда играем. Деда? А как деда зовут? Коля. Деда Коля. И ты с ним играешь в куклы, да? Пришла Катя в гости. Дедушка, вот поет. Дед с мальчиком играет, а ты с девочкой, да? Тебе интересно с дедом? Сколько кукол у вас? Ой. У меня еще есть сердечко. Сестренки с тобой не играют, да? Да, хочется на него. Вот ладно, дедушка приехал к тебе в гости, да? Ладно, с дедушкой хоть поиграть можно. Да, Катя вон сидит, пишет, рисует. Катя со школы вон в форме школьной. Школу играет. А ты с дедом в куклы играешь, да? А Анжелика вон в шарике. Шарик вон как. Она поменяла цвет. Цвет поменяла? Да. Понятно. Все шарики эти уже лопаются. Да. А как твою куколку зовут? Вот эту. С которыми ты играешь, как зовут? Это Рапунцель. Так зовут ее Рапунцель, да? А вот это Аня. Аня. А у дедушки как? Милиция. Милиция? Да. Ничего себе. Да, он у тебя на папу похож, да, в джинсах, в рубашке? Круто, конечно. Ну все, скажи, подписывайтесь на мой канал. А мы же не играем. Ну давай, играйте, давай, давай. Включай, танцевать будут. Они на концерте, да? Рапунцель поет, а они танцуют. И ты танцуешь. В свадебном платье? У нее свадебное платье розовое, да? Она в лапу мне дает. Двигаются руки. А у Барби двигаются руки? А где твоя кукла? Ой. Все двигаются. А сейчас у меня еще двигается. Вот она двигается. О, и так им вот точно на концертах только вот на таких. Танцевать, плясать, да? Ой, снежинка, смотри, по цвет платья. Ой, какая красивая. У нее Новый год, наверное, да? Да. Это она на бал приехала. На бал. Mm-hmm.